Участие в мероприятии принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Сириус» создан по инициативе главы государства в 2014 году. Каждый месяц в Сочи приезжают 600 ребят со всей страны. Они обучаются по различным направлениям, от научных дисциплин до спортивных. Детский образовательный центр с начала своей работы принял более 15 тысяч школьников.